А в Восточно-Казахстанской области ввели режим повышенной готовности к паводкам. Под угрозой подтопления несколько районов региона. Это город Риддер, Алтай и Курчумские районы. На случай эвакуации людей подготовили более 150 пунктов временного размещения с общей вместимостью 17 тысяч человек. Всего в области свыше 70 населенных пунктов. Департаментом ПЧС определены силы, средства местных исполнительных органов, департамента ПЧС, Национальной гвардии, департамента полиции в количестве 2334 человека, более 700 единиц техники, 223 единицы мотопомпы, 61 плавательное средство. В регионе проверяют состояние имеющейся техники, оснащенность специальных спасательных отрядов, готовность медицинской аппаратуры, наличие лекарств. На сегодня все имеется, кроме палаток, говорят медики. Необходимо единственное, это замена палаток пневмокаркасного модуля. У нас имеется передвижной мобильный госпиталь, где и вот эти палатки, они устаревшие, требуют замены.